întrebați, urmează să răspund. Eu n-am ce declara. Care compartiment vă pare că a jucat mai slab la Dinamo? La Dinamo? Nu ați considerat să nu jucă slab? Eu nu consider asta. Coro 2-0, vă considerați obiectiv? Dumneavoastră vă uitați după rezultat? Rezultatul nimic nu spune. Eu consider că astăzi un rezultat de egalitate ar fi fost mai bine, hai zic așa, s-ar fi privit mai bine dintr-o parte, un 0-0, pentru că ați văzut, noi după, imediat după ce am primit cartonașul, noi am scăpat acest gol. Și evident, ne-am pierdut și concentrarea, am primit gol la fază. Da, eliminarea considerați că a fost obiectivă? Eliminarea? Asta rămâne la apreciere arbitrului. Eu nu vreau să dau notă arbitrului, pentru că nu o să am nicio plăcere să o fac. Nici cea pozitivă, nici cea negativă. Nu știu. Considerați jocul satisfăcător al echipei? Da? Al echipei mele? Da. Eu nu consider că azi cineva din teren a făcut un joc satisfăcător. V-am spus, ar fi fost mai echitabil o egalitate. Astăzi n-a fost fotbal. У вас было, в принципе, разное количество моментов. Как считаете, чего не хватило? Поэтому я и говорил, вот сами сказали, что было равное количество моментов. Мы не уступали. Просто, во-первых, приехали, скажем так, в гости. Тут другая атмосфера. Ребята, не знаю, по крайней мере, не могу сказать, что выглядела хорошо моя команда, но она, скажем так, потеряла концентрацию. Потому что даже при том стандарте, это потеря концентрации. Надо было разобрать игроков своих, сыграть до конца, проблем бы не было. Все равно, конечно, до конца матча я уверен, что были бы проблемы, потому что мы в десятером. И, к сожалению, не позволяет один момент мне задеть. Один, скажем так. Ну ладно, буду молчать. Не хочу говорить. Если у вас игра с Академией, чего ждать от игры? Что я ожидаю? Будем готовиться. Как-никак, каждая игра, она должна браться в том плане, что мы должны настраиваться только на победу. Что нам надо? Что нужно команде, которая находится на последнем месте? Только набирать очки. Будем настраиваться. Что, вы думаете, что мы испугались, что перед нами сегодня был Зимбру? Нет. Да, они были чуть лучше, чем Заря. Но я не видел ничего такого сверхъестественного. Несколько игроков пропустили игру из-за простуды, из-за болезни. Смогут ли они принять участие в следующей игре? Я думаю, смогут. Но давайте посмотрим. Время покажет. Знаете как, предвидеть ничего невозможно. Желательно, чтобы все были в строе. А там уже, чтобы был выбор большой. Не хочу больше говорить, потому что расстроил, конечно, результат. Но голову не опускаем. Будем работать дальше.